Мы в первую очередь хотим поблагодарить приезжий в наш город цирк Шапито и династии Довголюк и компанию АТВ за предоставленную возможность посещения мероприятия семьям, воспитывающим детей с инвалидностью. Ну а теперь начинайте аплодировать, начинайте выступит две очень красивых девушки. Первая российская, у нас же самые красивые девушки, правильно? Конечно. А другая аж африканская. Встречайте. Вам понравилось шоу? Очень. А что больше всего понравилось? Как пятилетняя девочка в воздухе, просто как не знаю, как будто по земле шла. Скажите, пожалуйста, вам понравилось шоу? Да, хорошо. А что больше всего понравилось? Ну, про зверей. Такие выходы очень полезны для общества в целом, потому что, как показал опрос, проведенный нашим фондом совместно с Министерством социальной защиты, что уровень толерантности низок по отношению к людям с инвалидностью, к сожалению. Поэтому вот такие вот выезды совместные и с включением в общество очень ценные, очень полезные в первую очередь для общества.